Татьяне. Здравствуй, Татьяна, дорогая наша Татьяна Буланова. Я всегда говорил о тебе только в уважительных тонах и считаю тебя действительно настоящей русской артисткой, любимой артисткой. Какие бы звания и регалии они у тебя еще будут, какими бы званиями и регалиями тебя не награждала Родина, но в сердцах людей и в моем сердце ты останешься именно любимой артисткой. От всей души поздравляю тебя с днем рождения, желаю тебе творческого долголетия, и та песня, которая связала нас и на сцене, это «Цветок», оставайся таким же дорогим цветком для питерской публики, для российской публики, какой ты являешься сейчас, и мы все слышали и на моем сольном концерте, с какими овациями принимает тебя аудитория, и поверь, Таня, ты этого заслуживаешь. А я всегда твой, Сергей Любавин, от всей души поздравляю тебя с днем рождения.